людей восправляет, я рассудил, что по роду своих занятий я не могу делать ничего более достойного, чем бичевать пороки моего века, вставляя их в смешном виде. Я сочинил такую комедию, сочинил, Ваше Величество, со всей осмотрительностью, со всем рвением, кое требовало щекотливость предмета. Тем не менее, все мои предосторожности оказались напрасными. Тартюфы сумели из-под тишка втереться в милость к Вашему Величеству. И вот, оригиналы добились запрещения копии. Один кюре, написавший статью о моей пьесе, называет меня безбожником, нечестивцем, мол, и по моим грехам мне мало, что я заслуживаю приметного наказания. Я не стану говорить Вашему Величеству, что именно было бы мне желательно для обеления моей репутации и публичного удостоверения благонамеренности моей пьесы столь просвещенным монархом, как вы, не указывают, что им делать. Они, подобно Богу, сами видят наши нужды и знают лучше нас, какие милости показать. С меня достаточно того, что я вверяю себя Вашему Величеству и почтительнейше приму все, что вы соизволите посему повелеть. Все понят, все понят, почтенья нет ни в ком.
сейчас. Рахманинова жених учила мне тому, а на детей своих эту дурочку и этого балбеса. Вы расточительны, а тебе-то принцесса. Жены думают лишь о своих мужьях. И вовсе ни к чему. Рядится пух и прах. Сударыня! А вы, ее милейший братец, уже этот поток. Не лезет и не умеет, что вы терзаете за мудрость выдавать. Хотите на меня и свергнуть видеть? Но если вашего почтеннейшего дядя веселья моего на ссоры слов не тратя, я перестала выпускать вас на порог! Я не хочу вам мстить! Правдивость не порог! Ваш господин Хантю! Ловкач! В чем мне сомнения? Он праведник! Его благие наставления душеспасительны для всей семьи Панова, что ты, молокосос, с ним затеваешь спор. А что же мне молчала пред гостем тем незваным, который здесь у нас всевластным стал вчера нам? Не сделай ничего, ни слова не скажи! Без позволения! Несносного хамища! Слушай, Пур! Нас дымного видошь, так плохи будут все! Лишь он один хороший! С утра по вечеру он получает нас! И он, конечно, прав! Грехе, во что он поглянул в вас! Этот человек ведет на путь спасения! И сын мой учит вас! Питать к нему почтение! Никто мне не внушит! Не даже мой отец! Что правильный Тартюс, он попросту шельмец! Стоять бы на том, пускай меня повесит! Мне его слова, его ужинки, бедят! До крайней крайности придет мне этот гусь! И я предчувствую, что с ним еще схвачусь! Я! Вы подумайте, уж это ли не чудо? Бог ведь кто? Неведомо откуда. В ответ их книжки едва не босиком. И ночью он уже прибрал духа весь дом. И до того дошло, чтобы прийти на сон. Мы все теперь должны плясать под его дух. И лучше бы для вас не прибираться с ним, а жить, как учит он, по правилам среди святых. Признала ли вам такую легкомерие? Да разве завела тут отмолить лицемерие? А что? Его слуга ворвал к нему подстать, обоим ни на грош. Нельзя им доверять, это его слуги нет никакого дела. Но за хозяина могу ручаться смело. Я трудно угадать, чем разозлил он вас. Он говорит в глаза всю правду! Из прекрас он лютый враг греха и чистовин родитель, клеймит безнравственность и славит добродетель. Вот! А почему нравучит людей? А то нашего обладателя все гостей, где муж ты их приезд, столь не угоден Бог, чтобы за этого бить каждый раз тревогу. Мы все свои, и я вам истину скажу. Он просто напросто ревнует госпожу. Уж ты не знаешь, что и выдумать от злости. Смелены, чьи-то злости. Нам к нему испугаться, что ради теснящихся подобными калек и вечно признаться, дающиеся злоги. Давным-давно вода, мы с вами все.
жертву эту, зловредным сплетником заткнули в разведку. На свете нет гад против клеветы. Нам надо честно жить и презирать злословие. А сплетники пускай себе болтают на здоровье. А кто про нас пустил зловредную молву? Не трудно угадать. И я вам назову. Нет больших мастеров по измышлениям смертным, чем давно со своим супругом благоверным. Зли этих правил, зачем доступны нам те радости, что им уже не по зубам. Дочь, сына и жену!
его наперстником стал этот проходимец. Таким окружен. Да, это не любимый. Любимая желать бы не могла. Такая же. Всегда он во главе стола. Он ест за шестеры. А мой хозяин тает. И лучшие куски к нему пододвигает. Тарчу врыгнет. А он, воздравь, милый брат, Артем его кумир, все ведущо, не соблюдает. Что он не любит, он решил деяние, что не сморозит, и зовет он провинание. Но так все, и просто мастерски, Артем нашим втирает он очки, но всех зашел в кулак по этому эту положение. Он сделал хажество источником на жизнь. Его прогвоз лакей, и то поводился в меня учить. Галина, милый брат, вы с нами не пошли, и благо вам. Здесь было причем, а что творилось там? Но прибыл мой супруг. Мать, к счастью, он не встретил. Пойду к себе, пока меня он не заметил. И буду ждать его. А я здесь подожду. Сидим, поздороваюсь. И тотчас же уйду. Поговорите с ним о свадьбе Марьяны. Боюсь, с ней поутру. Чушь наши планы. Уж верно неспроста. Так медлит мой отец. А речь идет о счастье до четырех сердец. Коль будет одна моя сестра, то за его сестру я по ее примеру посватаю. Еще получше помолчать. Тревог себя
лечить тебя. Здравствуй! И вот распоряжья! К ней возвратилась Муно! Как? Торчу! Торчу! Когда пускали кровь, Гексу не гигнул, не двинул даже брови. Желает возвести ущерб ее здоровью. За завтраком хватил венца стаканов 5. Бедняга! И теперь тут снова тише. Погладь. Ну вот, побегу я сообщить супруге. Как огорчила вас! Вести ее! Нет руки! Она же вам в лицо смеялась! Милый брат! И пусть мои слова вас даже прогневят, но с вами все-таки лукавить я не буду! Нельзя мне осудить столь странную причуду! Как этот человек забрал над вами власть? Не может под его влияние так попасть, чтобы забыть про всех. Я понимал, когда вы кровь дали беднику, но суда вы не правы. Ведь вы его еще не знаете совсем. Не вы, не знаю, но видел. А я всем в подобных случаях я доверяю глазу. Лишь познакомьтесь поближе с ним и сразу его приверженцем станете навек. Он сударь, человек! Ну, словом, человек. Я счастлив! Не глушил глагол кровобучий, что мир является большой навозной кучей! Сколь восхитительна мне эта мысль, мой брат! Ведь если наша жизнь лишь гноющий смрад, то можно дорожить чем-нибудь на свете. Пускай ему убивают мои дети, пускай! Покорю и сына, и жену, а это мне! Уж я и глазом не моргну! Да, это чувство прямо на редкость человечна! Я повстречал его и возлюбил навечно. Он, церковь, каждый день молился близ меня, в порыве набожном колени преклоня. Бог, если болит, к себе он привлекал всеобщее внимание, то руки к небесам он воздымал в слезах, потом подолгу низ лежал, лобзая брак. Когда ж я выходил, бежал он по проколу, чтобы в притворе мне подать святую воду. Я выспросил его слугу, убил во всем хозяин образец, и он сознался в том, что без него нет средств на пропитание. Тартюфу предложил. С помощью словарю! Однако он пенял на щеки слева моих. Не стоя, дескать, я благодеяний сих. И в скромности своей довольствуясь немногим. Излишек отдавал сил и угодно. Вняв к небесам, приют я предложил ему. И счастье с той поры царит в моем дому. Тартю во все дела со мной вникает вовец. Стоит на страже он могил семейной чести. Ревнивее он, чем я, чуть кто к моей жене. С любезностями он этот час доносит мне. Как благодетель, какого полного смирения. Себе же самому умиляет преступление. Ничтожнейший пустяк, не сделал человеку вон. Завалит мой поймал на днях лаку, так и его возводил потом покаяние, что раздавил ее без чувства сострадания. Как вам не совестно? Что за галиматья? Вы верно шутите. Ужам не верю я. Так может поступать лишь плут или безумие. Опасные слова. Вы, сударь, больнодумец. Вы вольномыслием давно заражены. 100 раз я вам твердил, понятно, куда вас приведет столь скверная дорога. Все вам подобные, а их, к несчастью, много. Пойдем на этот лад. Вы слепы, и у вас одно желание, чтоб все лишились глаз. И потому вам страх внушает каждый зрячий, который думает и чувствует иначе. Он вольнодумец, враг.
кто дал вам ханже, тот виноват у вас в кощунстве, в мятеже. Но я вас не боюсь, уже перед не стану. Я предан истине и не слуга обман. Уже без разницы для вас нет никакой меж верой истинной и верой показной. Да, в большинстве своем мы люди чудаки и действуем своей природе вопреки. Наш замысел прекрасен и велик, но начинаем мы рубить с плеча и вмиг переусердствуем добрую основу испортим, извратим. Но это так я. Словом, ну где тягаться нам с философом таким? Во всем мы сведущим, ваш суд не погрешим. Вы, кладезь, пророк, в сравнении с вами все прочие должны казаться дураками. Не кладезь мудрости, я сам. Не пророк. И вовсе не хочу вам преподать урок. Не столь уж я учен для этого занятия. Но ложь от истины умею отличать я. Из добродетели всего я больше чту высоких помыслов, святую чистоту. И благороднее не знаю я пример, чем люди, в чьих сердцах горит живая вера. И нет, поэтому противнее ничего, противнее, чем ложь, притворство, ханжество. Таких обманщиков немало в наше время, но все же отличить нетрудно это племя от праведных людей. Праведники есть, и могут с легкостью пример вам привести. Хоть Аристона взять, Рота, Периандра, добавим к ним еще Ансида и Критандра. Они творят добро без показного рвения, чуждаясь пышных фраз и самовосхваления. Вот люди! Вот кого брать надо по пример! Боюсь, что важно жить на иной манере, и праведность его пустой лицемерие! Не слишком ли легко вошел он вам в доверие? Вас обманул его благочестивый вид! И все то золото! Поверьте, что блестит. Вы все сказали? Да. Тогда слуга покорный. Постойте же. Предмет оставим этот спорный. Сейчас я о другом. Я слышал, милый, что за Валера тоже хотели отдать. Хотел. Вы назначили ему взять свадьбу или... Назначил? Да почему же свадьбу отложили? Да так! Раздумались он на это брать? Далее слово взять назад! Не то, чтобы назад! Как будто бы для брака препятствий никаких! Да как сказать? Однако, вы уклоняетесь! Валер меня просил! Просил! Я очень рад! Он мил, он не мил? Что мне сказать, когда придет он за ответ? Что пожелаете? Я должен знать при этом, как вы поступите! Мне небо даст совет! Вы слово сдержите! Ответьте, да и не прощайте! Ох, боюсь, что этот брак химера! Мне нужно всех сейчас предупредить Валера! Thank you.
мое, необходимо нам потолковать вдвоем. Что ищете вы там? Хочу увериться, что посторонних нет. Поговорить с тобой мне нужно под секрет. Нет, никак. Итак, до нынешнего дня всегда безропотно ты слушал меня. Твоей отеческой любви границы знаю, о благе о твоем заботиться всегда я. Мне всех дороже была отцовская любовь. Клинчинская. Лишь мне не прикосло, навеки сохранишь мое благоволение. Об этом лишь отец мечтаю каждый день я. Душа тебе, наш гость. Артем, мне по душе. Свой долг дочерний взглянув, подумай ответ правдиво и сурово. Не знаю, батюшка, как будет вам угодно. Отлично сказано. Итак, мое дитя, обращив совершенство в Тартюфе обретя, его вознаградить должны мы по заслугам. Его полюбишь и назовешь супругом. А? Что значит? Это... Ты о чем? Ведь я ослышалась. Что? Это вы о ком? Кого вознаградить? Должны быть по заслугам, кого я полюблю и назову супругом. Тартюфа? Но его я вовсе не люблю. Полюбишь, Оша, раз я тебя не люблю. Но, батюшка! Оставлю только время знать. Женившись на тебе, Тартюф не станет зятем, мы породнимся с ним. Знай, это мой приказ, и по твоим глазам я вижу. Ой, как я раз подслушать. Я вижу, любопытство способно довести вас, женщин, до бесстыдства. Соседки кумушки! Пророчено так. Да только суда, мне не верится никак. Кто это вы? Ты распустил по свету, ума не приложу. Привлечь бы их к ответу. Не веришь, слава Богу, этому? Ничего. Хотя бы сволили вы даже пресекнуть. Уж дай мне срок, и я тебя уверю, баламутку. Да-да, как бы не так. Вот отмочили шутку! Эй! На ветер слова бросать я не привык! Да ну! Я не шучу! А раз папенька шутник! Не чему! Он это вам за вам! Кому я говорю? Иду на носом! Там вас не забить! Вот я тебя сейчас! Не я! Ой! Вот мне шоколадку! Мужчина любит, да? Скажу вам, И вдруг я не пойму, как вам он спрятал? Не стоит, милая, употреблять во зло. Слишком обнаглела. Так, слушайте, это дьякон. Хотите сватовкой вы насмешить людей? Зачем он на ему? Ну что тогда? Вот, жениться ни к чему. Только я нам по-другому. Ему нет времени почему.
чего? А вы? О, как бы тут расчетом побел. Ведь сами знаете, что он как такой. Чего он такой сильный? Молчи, Дарина! Ничего. Но в еще одна причина, чтобы пожать его. Богатство что? Счета! И не считай его! Благая нищета! На достоянии печется он не тленном! И потому, забыв о достоянии преданном, своих поместьй он и не сберет! Так вот! Я думаю, он больше вернет, а не прощать! Немало такого! К тому же! Блин! Стариннейшего рода! Вот самоличного! Благочестивца-то! Чеславин не идет! И кто живет постять и вознося мольбы, не должен поминать дворянские гербы. Гордыня, смертный грех! Ну что это? Вы? Не, помолчу, а не дословно грех. Займемся им сами. Уже ли не смущен ваш взор? Представьте их твоя. Она и ухом. Обдумали ли вы последствия брака? В подобных случаях, увы, бывает всякое, если нужно. Растет кое-что на лбу, и на себя ни жопки, ни судьбу. На том подумали вы суду, или нет? Перед небом, только вам так все не жалеть. Ведь вам не боится за грех, посолить вашу. С пути собьется дочь, а от меня поможу. Я пишу, милая. Ты мне даешь урок! Не плохо вышло! Пошел он сюда! Ты! Эту чушь, дитя! Не принимай на веру! Доверься мне, отцу! Я слово дал Валеру, но слышу со мной! И грош, как будто он! И вольномыслие к тому же заражен! Увы! Нечастый гость Валер в Господнем храме. Да ну, чтобы он Юлий, как и любовь, с молитвой на показ, как новый ваш жених. Довольно! Не прошу советов я твоих! А мой избранник чуть забавных колесный. Всегда в общении он с промыслом небесным. Глядит, как станет его мужем живой. Лелеет будет он, что глубоко. Чего не пожелай, пойдет он на уступку. Вовек тебе не даст он повода для слез. А ты? Она! Ему наставит живо нос! Умерли! У него такая сударь внешность, что греха на веке ведет саму безгрешность. Что ж, дочь, смиренная тиха, а замужем за ней не избежит греха. Непременно! Мне это надоело! Я с дочкой говорю! Тебе какое дело? Старайся, ради вас! Ну что ж, я твой должник, но потом прошу вам придержи язык! Я слишком вас люблю, и никакая сила! Да не желаю я, чтоб ты меня любила! А я люблю, люблю, хотя бы вам на слово! Вот как? Мне надо на себя тяжело, ведь скоро станете вы притчей, по языку! Убись! Уж лучше бы дочь оставиться! Ехидно, хочешь ли ты изливать свой я? Ай-яй-яй, ведь всех не может вашу! Целый час он мне голову морочит, от этих глупостей вся жалко он мне клокочет! Ну помолчи, прошу покорнейше тебя! Молчу, но не могу тут думать про себя. Пожалуйста, но вслух не звука, или? Так, дитя мое, с тобой мы порешили... Я раскрыть, как каменная стоит! Артюх, увы, не блещет красотой, но все ж его лицо... Рыбло! Приятно! И когда ты даже не ценила его души... Души, да! Меня ж не повели насильно к алтарю! А если бы вышло так, то я уж не трусиха. Назад, чтобы мой муж узнал... Почем тут лихо? Так значит, для тебя мои приказы звук пустой! А с кем? Сама с тобой! Итак, сударыня, к моим словам вы глухи, придется, кажется, прибегнуть к оплеухе!
решение мое, одобришь ты, мой друг. Я вызову тщательно твой будущий супруг. Ну, что же ты молчишь? Я бы сказала, кто вам. Да помнишь, может быть, не ее. Не единым словом. А все-таки? Ты нет, меня отвлекнула, что не я. Решение ты знаешь, дочь моя. По посту я отцу пойдешь не хромовой. На ком ты не ход? Пока не пойдет. Твоя служанка, дочь, не женщина, жена. Она того не пистит меня. Возвращать отцу! И ты, я не спорю, я ее выкажу, как мой твой
Алексей, ничего я не хочу. А вы? Чего хотите вы? Сказали бы уж честно, что хочется вам стать мадам Тарту. Прелестно! Ах, господин Тарту, он чересчур хорош, чтоб им пренебрегать. За ним не пропадешь. Всем взял. И праведник, и воли благородный, немного лопоухий, но свежий и дородный. Какой прекрасный свет! Я поздравляю. Не муженек, а кот. О, Боже! Он же супруга будет рад. По завершению печального обряда. О, нет! Не продолжай! Прошу тебя, молчи! Ну, как мне избежать несчастья? Научи! Готовая на все, не буду я бояться. Нет, дочь должна отцу повиноваться. Пускай бы хоть казну. Нет, дитя он захотел. Что вы плачетесь? Зовите ваше дело. Вы обвенчаетесь. Сразу новобрачный супругу приведет свой казаток невзрачный, судейша, страшный видор. На табурет с колоной укажет вам гостиной, а уж и весельем. Раз в год там карнавал, и мы сразу вас пригласят на вал. Может быть, этот душ бродячие фокуси и разрешит ваш... О, нет! Спаси меня!
значит, заложено. Я прошу. Я хочу ответ столь прямодушный. Так вы не знаете, сударыня? Нет. Нет? Надеюсь, я? Что? Вы дадите мне совет? Совет? Пожалуйста, примите предложение. Да. Без сомнения, с обидной партией пренебрегать к чему? Ах, вот какой совет! Что ж, я его примарю! И вижу, помните, не ощутив печали! Да, так же, как его вы с легкостью мне дали! Хотел ударить, советом угодить! А я его приму, чтобы вас не огорчить! Посмотрим! Маш, скоро не куражится уста! Ах, вот тогда любовь! О, как я был обманут! Коварная! Кто? Я! Вас не пойму никак! Советуете вы, чтобы я вступила в брак с предложенной отцом? Уже ли я коварна? Я просто за совет весьма вам благодарна. Итак, сударыня, по-видимому, вам утверждать, что виноват я сам. Найти столь предлог, придраться и готов. Есть оправдание для нарушения слова. Вот именно. Теперь я ощутил помни. Вас истинной любви не было ко мне. Что делать? Вы больны в своих предположениях! Не полагали вы свое нарушить слово! Меня свободность назвали на другого! Я своей любви у вас не отниму, останусь верен вам! Больше никому не верю, сердце я отвергнутое вами! Я полагаю, вы вполне достойной даме его предложите! Во мне! Вас это надо? Могу заверить вас! Устал, сударыня, я слушать оскорбления! Вспомните ваш приказ и думайте без проникления! Прекрасно! Помните, на этот крайний шаг меня толкнули вы, ведь так? Пусть будет так! И пагубный пример не подали вы сами! Я! Пагубный пример! Бог с вами! Я поспешу исполнить ваш приказ. Чудесно! Ухожу на веки! Добрый час! А? Что вы? Вы меня как будто бы позвали. Нет! Вам послышалось! Вы желали, чтобы я покинул вас? Прощайте навсегда! Прощайте, Боже мой! Какая ерунда! И вам не совестно? Стыдитесь! Вы мужчина! Послушайте, девочки! Чего тебе, Долина? Нет, нет, нет! Не велено уйти! Вернитесь, говорю! Так суждено! Утихомитесь, ну! Пожалуйте обратно. Мое присутствие ему так неприятно. Лучше я уйду. Ну, вот теперь это. Куда же ты? Оставь, Долина, вот ты на. Нет, нет, оставь твои старания. Напрасно. Противен ей мой вид. И должен я самосчастный исчезнуть с глаз ее! Вот сущая беда! Довольно глупостей! Пожалуйте сюда! К чему это? Зачем? Хочу помирить я! Обсудим и забыть!
ведь она сама! Аня, ну просто уши вверх! Как можно? Нам ребенок сам вначале! Для вас лишь одного живет вот это существо! Он любит вас одну и только с вами вместе! Счастливый будет он! Поверьте мне, честь! Зачем же вы такой? Мне подали совет! Зачем же спрашивать, сколь ясен там предмет? Довольно говорю! Оставьте эти штуки! Вы оба стоите друг друга! Дайте руки! Ну, сударь, ну! Зачем? Сударя, к чему? Ведь вы полны любви. Вы к ней, а вы к нему. Возьмите сам. Против примирения, он трудно на меня взглянуть. Я прощаю. О, как я люблю. Увы, куда Василий направил меня с тобой? Время ли теперь порассудить одна? О том, как избежать насильственного брака. О, благословенный дом! Да где уж вам самим? Чудесный ваш отец может нравиться с ним. Насколько я его назову розуны, отвергнуть на тыник нелепую затею весьма рискованно. Вернее, окольно. Смириться надо к Давиду. Вот и ну, все выиграл в итоге. Вам выдумывать лет восемь. Но все же, чтоб дела не обернулись худо, влюбленно лучше бы не видеться в глаза. Ущелье общее, прорвано на узке. Но вот же я на вас намерен, чем на всех. Отец, не обратись меня в мою веру. Я сердцем и душой принадлежу вовек! О, счастье без границ! Если б только мне! Влюбленным лишь поту, увязан полтомет. Думайте, но живей, слухи мешай толкуй. Вы в эту дверь повезли. Любился, госпожа. Чего черт не жду того?
Продажные увидят в нем здорово. Что для небес, мои смиренные молитвы?
и все ж с усердием молился я на вы. Скорее вам небеса послали исцеление. Чем заслужила я столь пламенное рвение? Мне ваше здравие столь дорого, что впредь за счастье бы почел я вместо вас болеть. Вот как? Вы далее зашли в свое усердие, чем христианское велит вам милосердие. Весьма признательна за вашу доброту. Возможность вам служить за счастье. Мне нужно было вам сказать два слова в тайне. Мы здесь одни. Почет доверия вашим кратам. Скрыть не могу, сударыня, и мне столь с вами сладостно побыть наедине, что я давно молил об этом провидении. И тоже, наконец, дадим вам кратам. Я буду искренна. Жду также от вас, что сердце вы откроете сейчас. Вот тут найдете вы моментина. С великой радостью я вам открою сердце. Признаюсь сразу же, что если иногда пьянял я на гостей, которые сюда пытались восхвалять прелестную особу, то вовсе не зачем, что к вам питал я злобу напротив. Мыслил я вас величас зла. В заботе ревностной. Я так и поняла. В заботе о душе. Да. В ревностной заботе о вашей браке. Вы слишком крепко жмете. Простите мой порыв. Увы, столь велика моя вам преданность. При чем же здесь рука? Хотел пощупать камень. Она весьма добро. Как ничто. Мышка. О, простите. Мне щекотно. Боже мой. Какое мастерство. Из пусти я доселе не видел ничего. До чрезвычайности во всем на преуспел. О да. Но не пора ли поговорить о деле? Как передали мне, Валера ждет отказ. Мой муж перерешил и прочит дочь за вас. Что это, истина или пустые слухи? Он, правда, намекал на что-то в этом духе. Однако же, другой я не предпочту. Лелею, признаю я высшую мечту и прелести иных всем существом. Отвергли, знаю я, вы суету мирской. Все сердце у меня дружит, а не к жене. Святыми мыслями наполнен весь ваш день. Темные чувства, обживания и заботы. Кому? Кто взлюбил бессмертные красоты, должна приятно быть и смертная краса. Ее радость нам дарует небеса. Иной раз и тути их созданий прелестны. Мы видим отблески прообразов небесных, но вам чудесный лик нижней сердца утрат. Вот у меня сердце, он расхищает взгляд. Едва увижу вас, как слово, я и снова чту вас в облике дворца земного и к воплощенному подобию его огнем любви. Моё пламя. Сначала я считал, что мне бороться надо. С огнем любви, что это поздний камень. И как вы не сны, так вы не хороши. Вас не препятствие к спасению души. Когда ошибался я, то маловерный, столь ваша красота, чем даже детские скверны, что я вас полюбил в крепкий искусств власти. А что страсть? Как сердце моего теперь открылось тайно, и тяжестью своей тебя спущен я чрезвычайно, так недостоин я. Я столь ничтожно вам, что не открылся вам, когда я уповал на вашу доброту. О, чудное сознание, что ждет меня теперь, блаженство и страдания, лишь радости и бездны.
любовь приму и сразу. И сила ваших чар, поверьте, такова, что разум уступил законам естества. Отрени нам суету от радости небесной. Я все ж, сударыня, не ангел бестелесный. Я вас люблю. Ведь сам я многое теряю при огласке. А потому мне честь доверьте без опаски. Своей спутнице я в давней низкой смог страсти без шутой молоды, усладой без тревог. Хотя начальник слов могла пресечь я столь неуместные потоки красноречия. Я выслушала вас. Нравится ли вам? Вот этот разговор я мужу передам. Не охладеет ли он к преданному другу, который соблазнить решил его супругу? Свято верую я вашу доброту. Пускай в избытке чувств я приступил к черту. Подпал под ваши чары. Уже столь тяжкие обрушить удары на грех. За то, что он вы не слеп. За то, что духом еще не справедлив, не защищен вполне. А ты слушай. Другая женщина, как вы, легко принять. Могла бы тут куда суровее поступить. Но не пожалуюсь я мужу, как и быть. С условием вы должны смотрите без обмана добиться, чтоб была твоя Марианна незамедлительно обвенчана. Я жду, что отведет тебя от их голов в беду. И нас избавить от ваших домогательств. О, нет! Вправе поступать так, как угодно.
глаза. Разбойнику не дам! Нет, ни за что! Кто на моем месте? Я ощутил восторг. Вы уже на месте. Я не прогневаюсь. Оставлю в стороне все ваши доводы, раз он попался мне. То будет сорвано. Сбестыжу твою маска. И я покончу с ним! Вот и развязка! Как кстати, молодец! Хочу поведать вам о том, чему свидетель был я сам. И изобличить хочу я этого злодея! Я слышал сам, как ты открыл свои страсти, бля! И сама не встречал супруги вашей, о! Она скромна, крылка, с той духой смещен, что не хотелось вам говорить об этом! Но! Пришедшая оставим под секретом, я от возмездия укрыл бы на лица. Я ответил тогда через своего отца. И вновь, Томис, должна я повторить вам тоже, что вы своих мужей напрасно не тревожа, способны защитить их и себя. Увы, моим суждением не посчитались вы. Что? Слышь, я? Чему мне верить? Боже правый! Верь, брат мой. Я злодей. Бесстыдный и лукавый. Виновник всяких зол. Источник всяких бед. Такого грешника еще не видел. Смерзящему существ! Не смею стать я. Вся жизнь моя полна позора, грязи, смрада. В ней скопище грехов и сладкое нечисто. И небо по телам еще не видит свет. Пускай припишут мне любые злодеяния, смирюсь. Не прорвет ни слова оправдания, так верьте же всему. Услышав и узрев свой праведный гнев, слышу тебя в гнев. Гоните прочь меня! Какие удары я вас не потерпел, я стою больше. Как повернулся твой бессовестный язык? Праведник, когда злубится, клеветник, что? Это ты меня клеветь, Лизина! А вы не молчи, проклятая ежидна! О, пусть он говорит! Не верьте ему! Я подношение безропотно приму! Сурово рассудив и нелицеприятно, вдруг вы вам не найдете позорные пятна! Доверие ко мне внушает, милый брат, мое открытое лицо. Простите мой взгляд, но может вас обманывает внешность. И в сердце у меня порог, и безгрешность, и добродравие прославишь лишь людей. Быть может, я вкуснейший сладей. Итак, мой милый сын, вот весь я перед вами. Примите же меня поносными словами. Я изверг, лицемер, клевопреступник, токач, убийца, злодей, не стану кричать. Колени преклонить. Приму я руками, как от небесный кар постоянно. Ой, целый брат, ну, сердечный лжец, ты не раскаялся? Отец, не видите? О, брат, о, мой, поднимитесь, мерзавец, не молча! Клянусь, вы убедитесь. Ведь на тебя, клеветнику, еще не звук я снесу тебе башку, брат! Прошу, себя возьмите в руки. Я сам с готовностью отдам себя на муки, чтобы в лодочь не упал. Бессильный голодник. Прошу, смиритесь, я вас прошу, колено преклоненный. Сердечный лжец, смотри,
во всей вселенной великодушия такого не найдешь! Но ты, но я... Молчать! Все происки и ложь! Он ненавидит вас в моей земле, видеть, вы даже черти! Вы с праведником эти мечтаете меня поссорить? Никогда! Чем более на то, вы тратите туда, где он, любезней мне! На беду не обидом, в раз положу конец! Дочь, за него я выдам! И этим братом здесь вас всех собью! Вы отвечаете с ним силой дочь свою! Да! Да, бездельник! Да! Нынче за срочки упрямо всем на зло! Жене, сынку и дочке! Кто здесь глава семьи? Я всех вас, как и знаю, скручу бараний рог! Сейчас же, негодяй, подвинь к его ногам! И попроси прощения! Я у мошенника! Где кровь моя? Где кровь? А? Пустите же меня! Вот из того, чтоб с нынешнего дня тебя не видел я, иначе будет худо! Что ж, я уйду! Провалим отсюда! Наследство я тебя лишаю, наглеца! И получи взамен проклятие отца! Как надобности хворает! Негодяй! Пусть небеса не простят. Жалко, брат, что вся наша вселенная безделка. Чем я задел тебя? Увы, как исказить души? А меня? Смотри на меня несправедливо, ужасно. Жалко мне сердце, холод ледяной, а брат... Кажется, ты себе на зло клеветникам! Признаться, мне занятие?
чем залить лупцо. Легко могу их догонать я. Слышишь только что решение могли. Я назначаю вас наследником своим, единственным помимо всех других под так. Немедленно займусь составлением актов. Хочу свое имение в дар вам отписать. Мой друг и будущий мой зять, чем цель знают все. Вы примете дарение. Могу и противиться, я более правитель. И меня... Сей акт я сочиню, и пусть хоть разорвет от злобы всю семью. Я почтительно ожидаю решения, какое
Ваше Величество, заблаговолит вынести по этому делу. Благоволите, Ваше Величество, защитить меня от ядовитой злобы, дабы я мог по завершении государю столь славного похода доставить ему отдых на поле брани, устроить ему невинное развлечение после доблестных подвигов, повеселить монарха, заставляющего трепетать всю Европу! Чтобы
быстрее сразу. И понятно, сейчас он будет здесь, и к нему приступим. Разом, а если на мольбы ответит нам отказ, на хитрость спустимся. Легко взял назад свою угрозу. Все в сборе! Очень рад! Дочь моя, составил я бумагу. Не бойся ничего, все к твоему же благу. Отец! Я вас молю, я заклинаю вас всем, что вам только поставь на этот раз отцовские права. Куда?
делать. Вам все воочию придется показать. Ловлю вас на слове! Идет! Что, присмирели? Посмотрим, как вы своей добьетесь цели. Добьюсь сюда! У этих райдов мух словно упасать. Учули там поток. О нет, отдался он любовному турману и полон с собой таких влечет. Самообману. Скажи, чтобы Тартюк сюда пришел. Так и нас. А вы, пожалуйте, под стол. Как? Спрятаться должны мы от чужого взгляда. Зачем же вдруг под стол? О, боже мой, так и надо. Сейчас хозяйка я, стой у меня расчет. Когда все кончится, настанет ваш черед. Сидите под столом и до поры не звука. Потому что слишком я покладец. Вот в чем штука. Сейчас пошел в азарт я сам. Как выберетесь вы? А, судить об этом вам. Итак, должны быть здесь. Вы не пишите, нет. Ах, еще одно косметичное. Счастливый темы, не попрекайте уж мою жену потом, коль в поведении проявится мое несвойственное мне развязная манера, так легче вам забрать личину с лицемером. Пускай же мой супруг, когда сочтет уместным, положит сам конец исканием бесчестным и защитит жену, которая, увы, должна унизиться, чтоб верили ей вы. Запомните, что вы хранитель нашей чести. Ну что, сюда иду. Простите же на месте. Мне было сказано, чтоб я пришел сюда. Что вам поговорить со мной? Да! Мне нужно было кое-что сказать вам по секрету. Взгляните, никого поблизости там нет? Да затворите-ка плотнее эту дверь. Не дай бог, как тогда застанут нас теперь. Осторожнее держаться б не мешало. Давис и так хлопот доставил нам немало. Все обошлось. Хоть что бы не моя заслуга, мне подозрение будет на моего супруга. Вдобавок хочет он, чтоб чаще до тех пор мы с вами виделись, мало места перекор. Вот почему сейчас без опасения. Я с вами говорить могу в тиши уединения. А я на сердце вам доверчиво раскрыт. Откликнулась она на жаркий ваш призыв. Не шутите ли вы, сударыня, со мной? Давно ли ваша речь была совсем иной? Неужели мой ответ в заблуждение ввел? Как мало знаете, еще вы женский пол! Могли бы отличить, вы ее не отцеленный, решительный нет от славы обороны. Умеете же разгадать за холодностью слов, веление души и сердца нежный сок. Наш долг советует нам так, любовь иначе, и часто наш отказ. Мы ж ты безмолвны, сдача. Но вы не поняли. Вот почему сейчас стыдливость превозмочь должна я ради вас. Припомните, прошу.
добрый дьявол, и стон для вас был добрый знак. Будьте вы внимательны, вам тут и угадать бы, что вас отговорить хотел я от свадьбы, хотя чтобы не пришлось душе неплотностью. Вам надо делить между мною и другой. Я ощутил в душе восторг неизъясним. Рекли благую весть усталые люди, но утаить почел бы не заслуг, что это сердце чей сомнение сверлит. Так не посетуйте, чтоб счастлив быть я мог. Мне нужен ваших чувств вещественный залог. Как вы торгуетесь? Уже еще вам мало, что я свою приязнь от вас стала. Мне эта искренность далась не без труда. Но благодарность я, как вижу, вам чужда. И чересчур у вас практическая складка. Вам нужно получить все сразу, без остатка. Чем ненастойнее мы, тем тяжелее нам мечтать о счастье дальнейших словах. Поверить мне нелегко успех моих искательств, не получив тому весомых доказательств. О, как у вас любовь! Безжалостно! Она не знает, кто бежал. Я права, смущена. Ах, боже мой! С ней нет никакого сладу. Но не пора ли ей положить преграду? Ой! Уже ли? Больше из приятки к вам моей? Вы отдали себя за произвол страстей! Ваш бред! Зачем же плане чувств не пролить на тело? Однако, если бы я уступила вам, не бросила бы тогда я вызов небеса, чья вы не счастливы вы так строго! Стражать вас небеса! Напрасна эта тревога! Тут я уложу все! Ручаюсь за успех! Для того, кто этому виною, сама я видеть буду.
Какая вещь! Как вы могли расстаться с
вам, что сам я видел это! Настроил кое-кто тебя из-под тишины! Сорвалось словечко с языка! Да говорят же вам, что сам я видел это! Я видел сам! Я видел! Видел! Я видел сам! О, пресвятая сила! И, может, маленького уши заложила! Сам видел? Ну и что? Нельзя судить на вас! Нелегко виделось, обманывает нас! Фу! Пропасть! Рот людской так склонен к подозрениям, а час само добро нам мнится преступлением! Ну так что же мне вменять за слугу? Не в вину его намерение обнять мою жену! Для обвинения они загадок мало! Тебе бы подождать, чтоб не остынешься стал! Нет! Ждать, чтоб на моих глазах он... Не срывалось сердца! Ну, знаете, не будь вы маленькой моей, уж я бы вам сказал, я просто сатанею! Вас вместе идет вам суд и след! Вы нам не верите? Теперь вам верю! Нет! Желаю здравствуйте! Вам, сударь, провиденье пускай вам не спошлет свое благоволение из вашего пути всех недругов сметет. Меня зовут Моя. Нормандец по рождению, себя с молодых ногтей я посвятил служению законности. И вот почти уж 40 лет как правосудию на пользу. Зубов обрыв! Палате состою я приставом, судебным. Вам с предписанием явился я служебным, когда позволите, как вы пришли сюда? Так, с бездельницей! Решение суда! Имею, сударь, честь вручить вам предписание. Не замедлите, но... Очистите на здание всю вашу движимость, всех домочадцев. Вот! Как высадить меня? Я броню вовсю. И вместе с тем, надеюсь, вы согласны. Здесь господин Тартюф владелец полного власти. По смыслу дарственной, которая при мне, законность на его и совой стране. Все правильно, рыжка Марковна, не подтошь. Но, я отсрочку вам даю. По должен действовать жестоко, по закону. До завтрашнего дня я... Пальцем вас не трону. Покорнейше прошу взять это сударь в толк и не препятствовать мне исполнять свой долг. Почти совсем лишён я состояния, но все же из того, что есть, без колебаний. Я сотню золотых сейчас бы отвалил за то, чтоб такой ценой мог, не жалея сил, шарахнуть чем-нибудь по этой гнусной хале! Держитесь! Ставь границу на хальству этой твари! Эх, любящий сад! Воздать ему сполна! О, почтеннейший! Отличная спина! Мне кажется, по ней давно скучает полка. Мерзкая голубушка. Тебе себе дорога. К ответу можно. Их женщину поливали. Но будет! Мы хотим обдумать вашу речь. Прошу, оставьте нам судебное решение. Я подожду. И пусть хранит вас провидение. Разорвет тебя с Тартюфом заодно. Ну, матушка, вот то-то и оно. Каманья ваш Тартюф! Еще вам мало! Жрячку! И прям, как за боком упал! Луна! Нет, сударь, очень жаль, что я приношу сюда его.
беда! Говорю, ему вручил мошенник ларец с бумагами, бежавший, мол, из Риги. На сохранение мало ларец оставил сын. Хрендонов каждый в них, послушайте завета! Бегите! Он отложил твоих колено, а вот тысячи червонцев грянул гром. Соседние теперь лишь в бегстве мы найдем. Заботи вашу, я тронут и смущен. Отложим расчет до лучших времен. Прощайте, может быть, удастся повернуть. Мы все возможное предпримем. Да, примусь. Ну, зачем бежишь, повременим немного. Да ну же, я не дам мне дорога, вы арестованы. Указом короля. Как же этого предателя земля? За то, что я посмел сорвать тебя личину. Ты, полная душа, мне нож вонзаешь в спину. Мой слух не вынесен для ваших бранных слов, послал мне мешам. Что вынести готов? Отрицать нельзя, говорят, тут смешмеряльник. И не писающий сюда приплял. Мошенник! Меня не стоит, не мрази, я приплыл, я исполняю долг по мере сил. О да! Почетный долг, есть чем гордиться право на этом поприще. Вас ожидает слава! Главнее всего служить на поприще любому тому, чьей волею я послан в этот дом. Забыл ты, кто тебя от нищеты избавил? Ни благодарности, ни совести, ни правил! Служение королю! Вот мой первейший дом. Да, я вам обязан кое-чем, если смог. Мой глаз смиренный. Причина в том, что так велел мне долг священный. Здесь я не почешу все чувства из тебя. Ни друга, ни жены, ни самого себя. Еще и не бывало, но грязь! Чистейшее накинул покрывало! Как вы предприняли столь тяжкие труды с похвальным рвением, в котором так горды, то почему же оно дремало вас погода, вас оскорбленный муж не вытворил отсюда? Я вас прошу меня избавить от напада! Не навести в этом доме порядок! Так исполняйте же! Вам отданный приказ! Да! Медлить не о чем! Совет ваш в самый раз! Я предлагаю вам последовать за мною в тюрьму! И там я вас на жительство устрою! Кого? Меня? Да! Вас! За что меня в тюрьму? Извольте объяснить! А уж кому-кому, а вам не встану я давать тут объяснения! Вам, сударь, следует отбросить опасения! Наш государь! Вам милости оказывают, когда вы их не ждете.
пусть знает все, какому короля почете было твое умение, душа его щедра, ты правил его, не забывать добра. Ожидаю ответа на свое прошение.